Друзья, всем привет! Вот смотрите, это, короче, что я буду сейчас кушать на завтрак. Это отварная картошечка и копченая рулька. Вот копченая рулечка такая, смотрите. Вот так выглядит. И картошечка вот такая. В общем, все выглядит аппетитно, красиво. Сейчас, друзья, будем с вами кушать. Так что вы, если тоже сейчас кушаете, приятного вам аппетита. Давайте вместе покушаем. Ну что, друзья, давайте кушать картошечку с копченой рулькой. Друзья, сейчас утро. Сейчас это у меня получается завтрак такой перед работой. Такой нехилый завтрак. Видите, это капает, это масло. Ну, картошечку полил растительным маслом. Блин, спать как-то охота вообще. Вроде бы и лег вчера рано. Я тебе могу говорить, ты не слышишь? Ты же общаешься не со мной. Ну, так я сейчас тебе говорю. Ну, я тебе что буду сказать? Выходной поспишься. А ты во сколько проснулась? Ну, я в 5. В 5? Угу. Было 3:42, но я потом еще уснула.
Друзья, вообще, у меня такое какое-то состояние. Ну, в сон клонит вообще очень сильно. Сейчас на работу приду, сейчас выпью, наверное, кружку кофе. Ну все, друзья, я уже наелся. Вот эту не буду картошку доедать уже. Наелся, не хочу есть. Вот, в общем, спасибо вам большое, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Пишите комментарии. Вот, желаю всем счастья, здоровья, удачи и всего-всего самого наилучшего. И пусть все ваши мечты сбываются. Все, друзья, всем счастливо, всем пока и до новых встреч. Увидимся. Всем пока.